Домофон сломался, блин. Чё там кто шумит, я не понял. А, ты в подвале, я понял. Блин, спалили. Пошли в угол, мы вас наказываем. Всё, комп взломали, ё-моё. Это собака сутулая, причина тряски. Он меня напугал, а я его испугал. Мы друг друга напугали. Чел, уйди, не мешай разговаривать. Уйди отсюда. 3D печать, 3D принтер. Чипсы нашел. О, да, все, теперь я ухудшенный. Я сейчас умру, у меня сердце лопнет. Я увольняюсь, все, всем пока. Что это? Монстры. Ну вон смайлфейсы, которые. Ой! На нас этот. О, господи, беги, Вань, беги! А, ладно. Быстро, однако. Я, наверное, камеру зашел, может, поэтому выполнил. Требуется бинты. Помоги. Что там, что там? Я забыл, как, блин, это, типа, не светить. Не моргай. А, не моргай. Так мы не умеем моргать. Блин, забыли добавить механику в игру. Капец, обидно. А что тут, нельзя аккуратно? Честно, а монстр умеет? Прощай, Вань. Что за хрень? Вообще просто соскользнул. Ты там живой? Да, конечно, живой. Да, Вань. Я вообще соскользил просто нафиг. Я даже не пошел, ты понимаешь? Топ-10 аниме. Вообще, капец. Какие у нас перчатки странные, капец. В нефти помыл руки, ура. О, вот, я же говорю, букву Г неправильно написали. Так, монстр, иди сюда, я тебя сниму. Ищи себя, как говорится. Я умер. Ты умер? А я кофе подобрал. А если кофе тебе дам попить? Вань, ты где тут? Я вот тут. Ты сможешь пройти? Нет, Ваня, я не могу, нет! Провода бегающие, блин, иди нафиг. Иди нафиг, я буду бегать, я буду выживать, мансить. Я устал? В смысле я устал? Значит, устал, когда... Конечно, вот странная фигня. Надо как в Нолфике, помнишь, было там это... Записку мы читали, что Аня пишет Сереже, что он ее табуреткой-то поколотил. Вот тоже монстра над табуретом поколотить. Это что такое? Блин. Что там? Пятно, грязь. Надо мистера Пропера позвать. Визуальные. Новеллы? Что новеллы? Визуальные новеллы. Да. Нет! Не трогай меня, чучело! Да блин, я опять умер! Ай! Ох, я вылезу. Я не умру в туалете! Ясно, недоработка, игра сломан. Ого! Чё со мной? Алло. Да все, я встал. Я сейчас вылезу обязательно. Ой, я упал. Блин, какой крутой ковер. Как бы темноту вообще тут заказать-то? Заказать. Можно даже электрику не заплатить. Может быть, да. У меня слышно, как дети на улице орут. Да, у меня. Да это мои, Вань, бегают шалопаем. Дети где-то. А, дети в подвале, все, я понял. Кто-то, смотри, эту подпись поставил на стене, жесть. Там, кстати, у нас какие-то эмоции же есть. Че я показывал? Да юзал не ту эмоцию. Палец опять. Как, короче, типичный ДБД. Я тебя не слышу, что ты там говоришь? Привет. Да залазь быстрей. Залазь, Ваня, нет, беги. Так я же не ожидал, что там монстр будет. Я хотел вылазить, думал, пойдем дальше. Не слышу. Чел, уйди, не мешай разговаривать. Я думал, мы выходим, чтобы дальше пойти. Пересидеть ночь, чтобы ночь не стала. А вот и о, сейчас подожди. Где он там? Друг, иди-ка сюда. Ух ты! Я побежал, короче, лучше. Найти бы его еще, Ваня, где этот лифт? Привет, да, молодой. Что, пацаны, делаете? Как отдыхаете? Нормально? Причина тряски. У меня совсем по-другому было. У меня там вещи дробежали у тебя, а у меня они были, просто статично расположены. А, да? А, понял. Это все потому, что ты умер, ты стал аномалией, для тебя все это обычное дело. Ой. А, бомж Петрович! Где он убежал? Я его испугал. Он меня напугал, а я его испугал. Мы друг друга напугали и убежали. Вот, бежит. Все, убежал. Все. Ай-яй-яй, не смотрите на меня, стесняюсь. Я стесняюсь. Скромняшка, ну, реально почти как скромник в ДБД. Ой, фу, в ДБД. В ИСИПИ. Это смесь трех вселенных. Это и ДБД, и ИСИПИ, и Бэкрумс. Вот так вот. Чем больше генераторов заводим, тем больше их появляется, понятно. Короче, придется как вертолет крутиться вот так вокруг себя. Можно вот так идти, вот так. О, господи. Чё-то не помог твой вертолет. Я не накрашена. Да. Смотри, мы вообще в мусорном пакете. Так, пока что только одного видел. Вот там бегает. О, вдвоем. Уже вдвоем друзья бегают, ходят. О, во, я съем. А, не... О, да, все, теперь я ухудшенный. Ну, в смысле, не я, а... Я ухудшенный.
цифру можно считать. Да, так и есть. И с подарками. Ура! Подарки от Эльдорадо. Ура! Эльдорадо в бэкграунде даже есть. Открыли, ура. А это что тут? Показатели. Что это значит? Ну, мне кажется, когда красный, это плохо. А когда зеленый, это хорошо. Ну, логично, логично, в принципе. А давай вплотную вообще в угол встанем. Ты будешь направо смотреть, а я налево. Ася не за... Сюда, молодые. Жестко. О, о, смотри, смотри. О, смотри, встал молодой. Стоят. Блин, спалили. Они стесняются своего клюва. Они не хотят, чтобы их увидели в таком виде. Ой. Я возьму такое интервью. Давай, бери. Че, как дела? Вопрос первый. Как успешным? Я уже, Ваня, успешен. У меня такое сообщество в Дискорде. Я снимаю! Ого! Они тут все тусуются, смотри. Вот это прикол! В угол, быстро все! В угол, быстро! Быстро все! Пошли в угол, мы вас наказываем! Пошли в угол все, мы вас знать не знаем. Так, весь свет не выключится, если по приколу? Было бы славно. Ну, в смысле, чтобы оставался. Типичный подвал любого жилого дома. Чё там, открывается? Нет оно? Да. Чё так долго? Я уже устал крутить этот вентиль. Он скоро отпадёт, он весь ржавый, открылась. Гнилой. А я дальше кручу. Я думал, от собак можно прятаться. Ася на стул. Ух ты, бандитник! Блин. Чё теперь делать? Видимо, собака слепая. Это собака сутулая. Можно не рядом со мной выпали? А я уже, да, здесь, я бегу. Да, вот они. Посмотри, выпали с меня бинты? О, слава богу, что разработчики это продумали. Че это было? Че за хрень, блин? Ваня такой еще сел. Все, спасибо, что ты меня оживил, братишка. И такой, на тебе, подзатыльник. Да, что делаете, пацаны? Тут бинтами перевязываетесь. На тебе. Эй, чучело, слышишь? Нет, не слышит оно. А если бегать? Вот я... Ух ты, блин. Уйди отсюда. Сок апельсина восстанавливает больше рассудка, чем миндальная вода. Получается не канон, да, верно. Я так понимаю, после того, как поверну вентиль, начнется тревога. Да, он на звук реагирует, ясно. Видишь, он побежал смотреть, типа, что там, кто шумит, я не понял. Блин, кто шумит, ёкалабанэ, что творится здесь, капец. Ой-ой-ой, вентиль не нашел. Чел, пощади меня. Там никого нету, нафиг ты сюда идешь. Все, прощай, я слежу за тобой. Ой, я посвистел случайно. Прикол бы, если бы он умел шкафчики открывать и вытаскивать оттуда человека. Ну, здорово. А я встать не могу, кстати, я забагался. Подарки Эльдорадо закончились. Да, закрылся Эльдорадо в бэкрумсе. Жаль, очень жаль. Такой был славный магазин. Ты, Ваня, умер, все, и сразу Эльдорадо закрылось. Вот так вот. Ваня, так ты что, директор Эльдорадо? Жесть, ты не рассказывал. Так, сейчас уйдет туда как раз исследовать. Я такой, ты что, идиот? Ну, в смысле? Че за хрень? Иди нафиг! Ой, блин. Ну, будем мансить, значит, что теперь делать. Чувак, ты че там со мной? Шкафчик надо быстро, быстро. У, жесть. О, выход. Ура! А, кнопку нажать, какой ура. Эй, смотри, смотри туда, направо, смотри. Ого, вон, смотри, там текстура лифта. Забавно выглядит. Где мой отчет? Я его уже сколько сижу, жду. Давай быстрее. А я застрял, кстати. Все, я не двигаю. Как ты это сделал? Я просто сел на стул, я теперь не могу с него слезть. Может, это я обычно ломаю. А, во. Все, ура, я тебя стопнул. Да, спасибо, спас меня, можешь отчет не сдавать. О, комп упал, блин, ноль пишет. Блин, ему ноль лет, бедный, такой молодой. О, Вань, подарки забирай, сок тут вот попить. Где? Суп еще. Там ничего нет. О, ясно, багануло, буду тебе из своих рук выдавать. Я это таможня буду. О, гриль, давай бахнем, что-нибудь приготовим. Сковородка тоже есть. О, сковородка. Супчик как раз, да. Жареный суп. О, просыпайся. По батиному рецепту. Мужик, просыпайся, открывай. Доброе утро, мы тебя нашли, пойдем на выход. Да. 500 лет, короче, молодому. Молодому. О, суп, вот здесь суп есть, блин. Суп, отдайте суп. Ладно, я буду караваном, буду ходить с камерой. Два года караваном. О, суп, у тебя есть он, нет?
Нет. Блин, опять ты суп не видишь. Вот он, вот. Слушайте, а если буду жать только в сторону, где они могли А, быть? ну, Давай кстати, проверим в можно следующий раз. проверить, да, будет. Во, Ну да. вот он, подо мной ровно. Давай Суп, попробую давай жми. подобрать. Скажешь, если я тебя поднимешь? Он прям ровно подо мной, вот между ног. Понимаю. Не, не подбирается. Ясно, супчика не будет. А потом что, обратно в тот лифт вернуться на старте? А, кстати, я его тоже отсюда вижу, вон он. Так, что здесь, кстати, на мониторе? Так. Угу, ничего не понятно. Фигня полная, а не офис. Я увольняюсь, все, всем пока. О, кстати, это что? Сюда. Чипсы нашел! Ура, чипсы! Ура, чипсы Лейс, надеюсь. 90% воздуха. Это Лейс, ты был прав, Вань. Ну вот какой вот этот цвет, я что, должен понимать? Наверное, это светло-зеленый ноль. А вот это просто зеленый, значит, это пятерка. Получается, типа зеленый, а там Ну тут явно зеленый, тут прям видно, он насыщенный, а тут бледный. А вот это голубой или это светло-зеленый? Нет, это голубой, тут видно оттенок голубенький, ага. Что ты выберешь, спасти 10 детей или мега пачка чипсов с крабом Лейс? Нет, вообще, можно заставить детей пойти купить 10 пачек чипсов Лейс. Так что я выберу спасти детей. А если это последняя пачка Лейс на земле? Ну тогда, блин. Ну тогда ладно, тогда другие чипсы пусть купят. А, нет. Так, давай. 0, 5, 1, 0. 0, 5, 2, 0. 0, 5, 3, 0. A few moments later. 0, 5, 0, 0. Ну и что это за фигня? Домофон сломался, блин! Видимо, вторая все же ноль. Ну блин, ну там же видно было, что зеленый насыщенный. Ага, откройте, я хочу попасть домой. 0, 0, 5. О, 0, 0, 5, 0 сработало. Ай, блин, а я же говорил. Так, что, тыкаем? Выключи питание. Блин, сейчас страшил. Вань, валим отсюда, пока еще светло. Ну, фиг знает, вроде светло так же осталось. Тут и так светло же. Тут и так светло, да. Типа... Подожди, у меня сердце бьется. Я сейчас умру, Ваня. Я сейчас умру, у меня сердце лопнет. Нет, я не хочу умирать. Все, комп взломали. Ё-моё, ёлки-палки. Вот как знал, что с камеры создали игру Майнер, блин. Ну ё-моё. Что теперь делать? Вот как так? Ай-яй-яй. У меня игра вылетела. А, у тебя... Понял, Ваня, чекай, что у меня тут происходит. А, ты переподключился. Ай, зря вышел. Ёлки-палки. Все, Вань, ты попался в мою ловушку, я тебя тоже теперь взломал. Ха-ха-ха. Я как будто тебя как мозаику собираю, типа, расскажешь. О, блин, Вань. А ты там, могу я сделать тебя 3D модельку? В принципе, ну-ка стой на месте, сейчас я тебя сделаю. Давай. 3D печать, 3D принтер. Ура! Вот так вот я создаю Ваню по крупицам, по частицам. Я твой создатель, Вань. Все, я тебя создал, Вань. Скажи спасибо. Спасибо. Привет, Ваня. 3D Ваня, ты как горе на видосы выходит. Всем привет, тебя слушай. Я сегодня нарисовала рисунок 3D. Да, я сегодня нарисовал рисунок 3D. Человечки, давай мы посмотрим на мой рисунок 3D. Спасибо, что вы посмотрели рисунок 3D. Человечки, всем пока, удачи, до свидания. Блин, память источника света. Это Ваня. И это Ваня. Нифига полетел, жесть. Ваня, пойдем на выход. У нас дверь открылась вроде. А, нет. А, да, дверь открылась. Господи, это старая запись. Все, погнали. Мне нравится, как то, что силуэт это. Прощай, Вань, я умер. За бред. Просто шлепнулся в яму. Ну что за бред, господи, какой идиотизм. О, ты тоже умер, что ли? Да, я не увидел дыру. Я тоже, я думал, что что за красные отметки такие. И наступил, и упал. Аси, нет, нажать, что будет. Все, еще раз тебя повторят. Нет, не повторилось. Не пропустил. А что это было, ладно. Это что такое? Это кого так скосило, Ваня? Ты что, падаешь? Так, и что? А, и как это понимать? Ура, праздник! Пацаны, а что с вами? Я отсюда пошел точно. Да-да-да. Ух ты! Ты что, нам вниз спрыгивать, что ли? Блин. Ну ладно, пошли. Ну, прыгаем тогда. Давай прыгай, какашка! Поздно, я сам уже спрыгнул. А я уже тоже спрыгнул, еще первый. В смысле, блин? Еще это за хрень? Еще как это вообще понимать? Блин, не понял. Это прочувствие, конечно. Готово, Вань, все. Дело сделано. Да ты какого фига? Я думаю, что я застрял, не могу идти, а тут чел потому что стоит. Вот приколист, блин. Двери открытые сделал.
Дверь открытой сделал. Да ёлки-палки! Какого лешего ты тут встал? Тебе что надо, блин? Ты не понимаешь, что ли, по-русски ничего? Что-то лампочки давай. Лопаются какие-то. Кто-то заорал, ты слышал? А, это нет. Эти опять, монстры. Ну, живой вроде. Ура, живой! Ямы, осторожно, Вань. Нет. Эх, Ваня, шлёпнулся. Я упал. Да ну нафиг там такую стену широкую ставить. Так. Да ты что ж такое-то? Что ты тут рядом со мной ходишь все время? Что тебе надо? Уйди, не мешай. Так. Да ты что ж ты тут делаешь-то? Ты достал. Приколист, блин. Что ты тут встал? Иди нафиг. Я тебя догнал. Привет, Ваня, я тут пол что крашу. Опять тебе не упасть. Да нет, да как я упал-то? Ваня, блин. Да ёлки-палки, ну чё тебе надо? Иди отсюда, ва. Так, ты же, получается, Ваня, от моего лица сейчас наблюдаешь, да? Вот смотри. Да что ж так? Вот смотри. Да что так? Да ты дай мне посмотреть на монстров, блин. Пришел тут, смотри, типа, я сфоткался. Он ревнует, ну, он еще встал, так сфоткался, типа, это мои монстры, иди отсюда, ва. А то что-то мы тут застряли на этом уровне, прям вообще капец. Я лучше пол красить буду. Все, я пол покрасил. Зацените нереальную плитку. Я потолок крашу, свой ник пишу. Все, я написал. Все, подписывайтесь на канал. Да, блин, прикольно. Наверное. Почему игроки в Backrooms Escape TG всегда носят фонарики? Потому что они знают, что в темноте могут скрываться самые страшные вещи. Лучше видеть их, чем не видеть. Это реально гайд. Ваня, возьми телефон. Это он. Олег. Да, музыкальное сопровождение к анекдотам. Блин, у Вани только половинка тела осталась. Эх, обидно, жаль, конечно, этого добряка. Я тебя обсветил уже полностью. Блин, обсвети меня полностью. Да ты хочешь обсветить меня? Я тебе все пустоты заполню.